Выпуск завершит блок спортивных новостей. Футболисты мини-футбольного клуба «Газпромнефть» провели в рамках чемпионата России по мини-футболу среди любительских коллективов свои очередные матчи. На этот раз ноябрьцы играли в Сургуте против команды местного университета. Студенты являются аутсайдерами зоны «Западная Сибирь», и противопоставить ямальцам на площадке они ничего так и не смогли. В первом поединке «Газпромнефть» победила со счетом 7-4, во втором игра получилась более закрытой и оборонительной. Поэтому только 3-1 в пользу подопечных Марата Абжалимова. Таким образом, «Газпромнефть» довела свою выигрышную серию до 7 матчей. На сегодня нефтяники занимают вторую строку в турнирной таблице, а по потерянным очкам являются лидерами зоны «Западная Сибирь». К слову сказать, провел в Сургуте свои игры и второй ноябрьский клуб «Вираж». Его экзаменовал достаточно грозный соперник – дружина «Газмяс». Увы, «Вираж» проиграл обе встречи со счетом 0-10 и 0-9. Алексей Попов, Артур Кабаневский. Новости нашего города.